Ребята, всем привет, вы на канале Никита Твой Геймс. Продолжаем играть в обновленные танчики Hills of Steel. Как вы знаете, вышло обновление, появился новенький танчик Дюна. У нас Хэллоуин, все игры обновляются. И мы смотрим, даже для Кобры, ребята, доступен новый скин. Кобра скин жуткий. Стоит 10 баксиков, нет, мы не будем его покупать. В этой серии мы с вами купим все скины для нового танчика Дюна. Появилось 4 скина здесь новых. И вроде вы писали, что даже для других танчиков появились скины или нет. Давайте сейчас начнем сначала, отлистаем на самый первый танчик, ребята, посмотрим. Вот у нас есть коброчка. Смотрим. Да, видите, ребята, для кобры за 125 гемасиков можно открыть этот новый скин жуткий. Окей, ладно, а другой танчик, допустим, Джокер. Нет, везде, да. Ребята, везде, я так понимаю, везде будет у всех танчиков, как и раньше, по 3 скина. Ну, прикольно, то есть, видите, разработчики потихоньку начали добавлять скины. Ладно, а давайте для Скорпиона посмотрим. Нет, все везде. Везде по 3 скина. Так, для Конговца, Кракена. Ничего не изменилось, все, я понял. У нас только, ребята, для нового танчика, для Дюна, есть 4 скина, смотрите. И для Кобры тоже появился новый скин. Ну что, в этой серии мы с вами открываем все скины для Кобры. У нас есть Колесница. А Колесница стоит 125 гемасиков. Колесницу, ребята, мы не можем открыть. Это типа какой-то, как редкий, да, получается, скин. Значит, открываем пляжный. Такой вот у нас скинчик пляжный. И открываем, ребята, яростный. Все, яростный, наверное, самый крутой. Пляжный так себе. И самый простой, базовый, красный. Жалко, 125 гемасиков, ребята. Не могу я 125 гемасиков тратить. Быть может, нам из ящика выпадет, не знаю. Надеюсь. Но колесницу тоже хотелось бы забрать. Так, что мы делаем? Давайте возьмем, ребята, сейчас пляжный скин. Что у нас здесь по усилителям, посмотрим. Прокачаем напалм. Все, больше усилителей нет. Я, наверное, возьму авиаудар. Ребята, пускай у меня стоит. И я там начал играть в тачдаун. Так вот, для тачдауна, по-моему, кобра, ой, по-моему, дюна очень даже неплохо подходит. Потому что есть, как вы знаете, у дюна супер, это таран. И мы с помощью тарана спокойно другие, ребята, танчики отталкиваем, забираем этот мячик и забиваем. Так что я вам сейчас покажу. Это, смотрите, мы подходим, получается. Подходим сюда. Так, сейчас сброшу сразу авиаудар. Эй, мне тоже провел. Все, меня вынесли. Ё-моё, первый раз. Что-то пока не везет. Так, ладно. Я сейчас таран буду использовать. Смотрите, толкаем мячик. Толкаем. А! Давай-давай, все, затолкали. Кое-как затолкали, ладно, нормально. Продолжаем. Так, поехали дальше. Сейчас сразу что, скину авиаудар. Лимоночки. А, даже лимоночки другие здесь, не зеленые. Так, я авиаудар, и мне тоже авиаудар прилетел. И нехило так прилетел. И я, ребята, смотрите, заталкиваю. Затолкал, нет, не затолкал. На линии остановился. Ладно, едем дальше. Так, там летят. Летят гранатки. Смотрите, я подъезжаю. Хочу поближе подъехать и... Вот так, смотрите, опа, я его отталкиваю. И еще раз оттолкнул. Оттолкнул. И мой сейчас чувачок... Мой чувачок сейчас... Забьет же гол, да? Да ё-моё, кто-нибудь забьет гол или нет? У меня просто осталось чуть-чуть жизни. Да ладно, придется все самому сделать. Вот так. Есть, затолкали, наконец-то. Ну, факт в том, что пока я без проблем выигрываю. Берем новые танчики, погнали. Нам надо проходить эти испытания. Давай, таран, используем. 4 секунды остается. Ладно, мы и так, наверное, выиграли. Но сейчас с какими-то проблемками. С какими-то проблемами. Мы выиграли. Обычно я без... потихонечку сами шел, всех уничтожал. Ладно, давайте попробуем дальше. Еще один заход. Хотя надо весь пройти, чтобы забрать эпический сундук. Так, ну давайте, ладно, поехали. Авиаудар. На, я буду, короче, чисто таран, ребят, смотрите. О, нет, о, нет. Так, ладно. На, куда ты? Куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Видите, мне таран помогает их отталкивать, ребята.
Надо стрелять, я что-то забыл про это, про этот момент. Иди сюда, ах, уничтожил меня. Но мы подобрались. К ним подъехали поближе. Давай, Дюна. А, отлично, забили. И я думаю, надо сейчас нам будет Дюна поболее прокачать. У нас там сундучков хватает. Так, ладно, погнали. Такс, я подъезжаю и таранчиком. Нет, не достал. Не достал. Не достал. Ё-моё, не успею. Я успею перехватить? Не успел. Не успел толкнуть мяч. Так, ладно, что делаем? Надо, ребята, забивать. Надо забивать. Поехали. Попал я, не попал? А, напал. Мы сейчас сгорим. Я сгорел, ребята. Я сгорел, я проиграю. Я хочу оттолкнуть. Вот так, оттолкнул, отлично. И лимоночками промазал. Лимоночками промазал. Иди отсюда. Я думаю, мой чувак сейчас вытолкнет мячик. Нет. Он не успел появиться. И остается 3 секунды. 3 секунды, это первое поражение. Первое поражение. Ладно, надо прокачивать тогда. Прокачивать танчик, ребята. Увы. Увы, проиграли, а надо 15 побед. А, наверное, будет дальше все сложнее соперники попадаться. Хотелось бы забрать эпический сундук. Так, что я тогда делаю? Давайте немножко подпрокачаемся. Во-первых, перейдем в магазин, посмотрим, что у нас есть. Есть новое предложение, это кобра скин жуткий. Так, а что у нас здесь есть? Так, для Дюна. Предложение для Дюна. Ладно, нас это не интересует. Меня интересуют бесплатные предложения. А тут ничего такого ценного нету. Так, ладно, значит, мы что делаем? У меня есть 30 сундучков. Давайте, ребята, десятку. Десятку откроем. Так, хорошо. Потихоньку сейчас буду быстро открывать. Пока для Дюна там пару карт выпало. Так, идем дальше. Ничего не выпадает. Для Дюна ничего не прилетает. Надо новый танчик прокачивать. Вообще пусто. Так, ну-ка, редки. Есть, наконец-то, хорошо. 22 карты у меня уже, а надо 45, чтобы прокачать хотя бы до 6 уровня. Мало. Мало выпадает, ребята, карт. Очень мало. Еще редкий. Так, хорошо. 44 карты. Одной не хватает, а мы бы сейчас прокачали. Давайте хотя бы одну карту нам. Нет, два самоцвета. Ладно, придется дальше открывать идти. Есть, все, хорошо. Открыли, пускай 11 ящиков, ничего страшного. Мы зато можем... Есть, прокачали до 6 уровня. У нас появился что? Новый усилитель. Ремкомплект. Минка и силовой щит. Так, мы можем силовой щит прокачать, минку можем прокачать. Быстрая перезарядка. Так, я даже не знаю. Наверное, давайте возьмем, поставим Дюна взрывная волна. И что мы выбираем? Другой скин. Возьмем, ребята, Дюна яростный. Все, поехали. Надеюсь, мы сейчас победим. Так, две кобры. Против нас, ребята, две кобры. Так, погнали. У нас 6 уровень прокачки, это хорошо. Ё-моё, случайно использовал. Куда? Не смейте. Фу. Куда? Я не дам вам, я не позволю. Не позволю. Подлечили, взяли этот танчик мы. Так, я пока посередине стою. Так, у меня лимонки не попадают. Надо мне отъехать, значит, лимоночками. Ё-моё, уничтожили меня. Давай, Джокер, я уже иду. Я уже иду. Взрывную волну спалил. Давай, нам надо эту кобру добить. О, ремкомплект, кому он упадет? Есть, я, ребята, просто затолкал этот мячик. Фу, хорошо. 1-0. Сложнее и сложнее все становится играть.
Так, газуем дальше. Лимонки пошли. Я, ребята, просто лечу. И... Есть. Ну, я же затолкал уже. Все хорошо. И давайте последний. Хотя остается как-то мало уже времени. 12 секунд мы и так победили. Надо испытать. Опа, я их откинул. Взрывная волна, хорошо. Взрывная волна, отлично. Ну, в принципе, я бы забил. Так, нормально. Ну что, ребята, надо проходить. Сейчас попробую быстро пройти до 15-го. До 15 уровня дойти, чтобы уже такую финалочку устроить и заберем, попробуем забрать эпический сундук. Так, ребята, я остановился на 12 уровне. Две жизни уже потратил. Не знаю, не уверен я, что смогу дойти до конца. Надо еще три победы сделать. И против нас две Катюши. Ну, сейчас попробуем. По крайней мере, буду пытаться. Так, ух ты, у меня танчик осадный в напарниках. Это хорошо. Так, давайте, поехали. У меня таранчик на тараном. Отлично. Какое-то месиво. Но вроде пока. Пока все хорошо. По той же самой схеме. Начинаем с лимонок. Ударная волна. О, ремкомплект. Ах, осадный не успел взять, но мы закатили. Так, и последний, третий. Третье очко. И можно идти дальше. Так, стоим. Лимоночки. И... Давай. Я, короче, пытаюсь просто втолкнуть. Нет, на линии. Остановился на линии. Таран, ребята, помог. Давай, осадный танчик заталкивать. Есть, затолкнули, хорошо. Две, ребята, еще победы надо. Но я думаю, в конце там по-любому какого-нибудь конговца против нас или скорпиона кинут. Так, мамонт и осадный танчик. Нет, осадный танчик с этими кассетными бомбочками. Это просто адская машина. Так, ну попробуем что-нибудь сделать сейчас. Я достану, может, лимоночки. Ё-моё, только не напалм. Едем. Нет, ребята. Так быстро нас вынесли. Ну, мамонт вообще уже обнаглел. Но осадный танчик тоже. Смотрите, как осадный танчик. Если попадает эта кассетная бомбочка, все. Сразу же выносит. Так, он на линии стоит, ребята. Есть. Это просто на халяву. На халяву, что мячик остался на линии. 45 секунд. Нам хотя бы продержаться. Так, я стою здесь. Я попробую их откинуть. Попробую их оттолкнуть. Давай, таран. Осадный танчик готов. И таран не достает до мамонта. До мамонта мы не дотягиваемся. Нет. Все, это если подъехал... Если подъехал осадный танчик... Так, ну мячик на линии где-то там стоит. Да, я попробую таран. 2 секунды. 1. Фу, есть, ребята, мы дотянули. Финал. Давайте, финальная битва. Битва за эпический сундучок. Конечно, можно было мне сейчас взять какого-нибудь скорпиона. Но у нас все-таки новый танчик. Мы тестим дюну. И смотрим. 2 мамонта, ребята. В принципе, я думаю, неплохо. Потому что мамонты, они неуклюжие. Мы сейчас попробуем что-нибудь сделать. Так, давайте здесь станем. Я лимоночками начну кидать. Так, нет. Пока стоят. Пока держатся мамоты. Ну, есть. Вынесли одного. Да мы застряли, ребята. Уже второй подъехал.
Короче, мы стоим на месте, не успеваем уничтожать этих мамонтов. Да. Нет, они сейчас нас раскатают таким образом. Раскатал. Да, слабенький. У меня слабенький танчик для мамонта. Нет. Поехали, быстро, пока нет мамонтов. Так, я пробую их отталкивать. Буду отталкивать вот таким вот образом. Есть, отлично, ребята, 1-0. Да, надо тараном. Тараном на ихнюю базу их буду толкать. Так, ладно, значит, что, подъезжаю и сразу с тарана начинаю. Так, таранчик. Давай. Хорош. Что, затолкаем? Есть. Затолкали, остается 2 секунды. Наконец-то, все, мы прошли. Мы прошли тачдаун. На новом танчике Дюна открыли все скины. И можно сейчас, ребята, забираем. Забираем все. Все награды можно забрать. Какие еще остались? Так, давайте 250 монеток заберем. Один самоцвет. 1000 монеток. Редкий сундучок. Ну-ка посмотрим, будут карты какие или нет. Да, есть, хорошо. 13 карт. И сейчас самое интересное, ребята, забираем эпический. Эпический сундук. Ну-ка, погнали. И еще 29 карт. Но не хватает. 8 карт не хватает, чтобы прокачать Дюна до... Какой у нас там? 7-го. До 7-го уровня. Ну что, ребята, на этом можно закончить. Обновляйте игру, открывайте все скины. Может быть, кто-то открыл колесницу. Пишите в комментариях. С вами был Никита. До скорого. Пока-пока.